Виктории. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кузнецова Виктория. Кто вы по профессии? По профессии я инженер-конструктор. Что это за дом, где мы находимся? Этот дом был построен в 2014 году нашей компанией. Реализован он от проекта до его полной реализации. Площадь данного дома 207 квадратных метров, размер в плане 14 на 11,5 квадратных метров. На переднем фасаде вы видите террасу, балкон. Фундамент в этом доме выполнен свайно-ростверковой с монолитной железобетонной плитой, что позволяет делать утепление пола и любое напольное покрытие дома. Пойдемте посмотрим. Ограждение террасы данного дома представлено в кованых элементах. Может выполнено быть также и в деревянных элементах. Покрытие террасы может быть как деревянное, так и керамическая плитка. Пойдемте осмотрим дом. Столбы данного дома выполнены в клееном брусе. Сечение бруса по ширине 200 мм. На доме установлено водосточная система пластиковая, кровельное покрытие, натуральная керамическая черепица производства Рёбин, цвет антрацит. Окна в доме устанавливались также нашей компанией. Это деревянные окна, выполнены они сразу с наличниками. Подоконники в данном доме также сделаны компанией-производителем «Фотон». Это наши партнеры. Окна данной компании представлены в большинстве наших домов. Пройдемте дальше. Здесь вы можете увидеть большие окна в пол. На втором этаже расположены две спальни. С этой стороны и две спальни с обратной стороны. С этого ракурса можно увидеть черепицу, кровельное покрытие на данном доме, натуральная керамическая черепица немецкого производства компании. Пойдемте посмотрим дом внутри. На первом этаже в данном доме расположены столовая зона, гостиная и кухонная зона. Площадь данного помещения 58 квадратных метров. Высота потолков 2,7 квадратных метров. Как вы можете увидеть в этом доме, в деревянном доме не обязательно должны быть потолки из дерева, вагонки. Здесь представлены потолки с декоративной штукатуркой. Также в гостиной зоне расположены большие окна в пол. Они могут быть как с порогом, так и без, как я говорила ранее. Пойдемте посмотрим дальше. А где собака? На первом этаже. В холле данного дома расположена красивая лестница, также с коваными элементами и деревянными ступенями. Площадь холла 16 квадратных метров. На втором этаже расположены 4 спальни одинаковой площади по 15 квадратных метров. Санузел 8 квадратных метров. И прекрасный балкон. В хорошую погоду можно выйти на балкон и насладиться красотами.
это детская комната такой же площади, также с большими окнами. И еще одна детская комната. Площадь ванной комнаты составляет 8 квадратных метров. Также здесь установлено мансардное окно. Мансардные окна можно устанавливать в доме при условии, что угол кровли более чем 25% градусов. Четвертая комната на втором этаже. Также спальня площадью 15 квадратных метров. Здесь вы можете наглядно увидеть, как устраиваются розетки в наших домах. Вся проводка делается скрытой, то есть не будет никаких коробов. Покрытие пола, дубовый паркет. Также скрытые выключатели. Скрытые выключатели. Также в данном доме при желании можно обустроить гостевой санузел. Также вы видите, что здесь не деревянные стены, а плитка. Это прихожая, тепловой тамбур со входом в котельную. Здесь вы можете увидеть оборудование, которое необходимо для отопления. Тамбур данного дома со входом в котельную. Но основным входом в данный дом является вход, который расположен с фасада здания. Пойдемте посмотрим. Еще в данном доме на первом этаже есть спальня площадью 17 квадратных метров. В спальне есть гардеробная зона и отдельный санузел. Но есть причины, по которым мы вам его не покажем. В данном доме использовалась белая укрывная краска. Краска может быть как укрывной, так и лессирующей, которая показывает фактуру древесины. Цвет краски определяет заказчик. Здесь дополнительный вход в котельную.
Здесь вы видите ввод газа в дом. Отопление в доме выполнено посредством газового котла. Если вы хотите построить красивый экологичный деревянный дом, обращайтесь в компанию «Архилайн».